2 апреля в зале районной администрации прошли депутатские слушания. Народные избранники рассмотрели вопросы о здании военкомата, строительстве автовокзала и спортивного зала в станице Северской. Также рассмотрели ряд вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, о технической экспертизе цокольного этажа школы номер 43, развитии инженерных сетей и ремонте водопровода. С докладом об обследовании, расчистке и углублении реки Убин выступила заместитель главы администрации по обеспечению муниципальной безопасности и развитию малого бизнеса и потребительской сферы Светлана Зубко. Администрация муниципального образования Северский район принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках своих полномочий, указанных в федеральном законе 131 ФЗ. Таким образом, совместно с администрацией Северского сельского поселения, МБО «Аварийно-спасательный отряд» в границах населенного пункта станицы Северской постоянно проводится расчистка русла реки Убин от корчи, поваленных деревьев, поросли в целях недопущения чрезвычайных ситуаций. Депутаты могли задавать докладчикам интересующие их вопросы. Всего их возникло на повестке дня более 10.